В Австрии проходят выборы на пост президента страны. Первые участки для голосования открылись в 7 утра по местному времени. Избирателям предстоит выбрать одного из 7 претендентов. Для победы в первом туре претенденты должны получить более 50% голосов. Согласно опросам, большинство голосов может набрать действующий глава государства Александр Ван дер Беллен. За ним по популярности следует Вальтер Розенкранц, кандидат от правопопулистской австрийской партии «Свободы», и Тасила Валентин, независимый кандидат, имеющий 16 и 19% соответственно. Последние участки закроются в 17:00 по местному времени. Затем будут представлены первые предварительные результаты голосования.